Всем привет, дорогие друзья! Говорит и показывает Хакман. С корабля на бал мы немножко, с мафии перепрыгиваем сразу на The Evil Within. Компенсируем, так сказать, наши потери по стримам, потому что давно не стримили. Так, у нас прохождение The Evil Within и глава, по-моему, 12. Да, поехали сразу. Если попасть врагу в ногу, он может упасть. А может и не упасть. Слава богу, ты жив. Как ты добрался? Это было нелегко. Но хоть больше не было никаких припадков. Повезло тебе. Винсент. Эй, кажется, я нашел для нас транспорт. Автобус? Нифига себе. Школьный причем. А заведется? NB Gamer. Черт! Снова ты тут. Что ты делаешь? Отвечай. Хай-хай, NB Gamer. Чё там? Ём! Вот это фигня какая! Ты смотри. Ни черта себе получила. Такого аэрозолем не выведешь. Эпизод 12, поездка. Черт возьми. А у меня, как назло, ни черта нету. Ёшкин-крошкин. Не, я здесь умирать не собираюсь. Ты-то, может, не собираешься, а чё делать-то? Чё тут, чё подбирается-то? Возьми. Что такое случилось? Вот тут какая-то херня сраная вылезла. Так, быстренько подбираем. Что еще есть, что? Блин, он бежит за нами. Быстрее-то подбирай. Что у нас даже? У нас даже не хватает. Ничего себе. Поворачивай. Да, вот это херня. Live streaming is continuous. Yes! Another game. Только. Only. Не знаю, как долго мы здесь продержимся. Так, контрольная точка. Чё, на выход? И что теперь? Себастьян, они над нами! Берегись, у них динамит! Ох ты. Один готов. Так. Спокойно, спокойно. Чё там? Спокойно. Да подыхай ты уже. Да что ты? А, он с этой херней. Кто стреляет сверху?
Ой, ящик нам пригодится. О! Дохни, сволочь. Так. Еще пруд. Спокойно. Спокойно, спокойно. Черт! Сверху! Да блин! Их слишком много! Еще иду! Боеприпасов нет. Есть! Черт возьми! Откуда же вас найду тут здесь? Сдохни! Дай, дай, дай! О. Блин, а я не починился. Черт возьми. Я не починился. Откуда, интересно, будем проходить? Чё, ничего. Так. Быстренько смотрим, что тут у нас есть. Не знаю, как долго мы здесь продержимся. У нас патронов нет, вот что плохо. И что теперь? Себастьян, они над нами! Дохни, Солотаныча. Подыхай, сейчас он взорвется. Отлично. Надо аккуратненько. Справа где? Дохни, сволочь. Блин, а я никак же не пройду, да? Там же вон патроны вроде как. Они стреляют сверху. Дохни, сучоныш. Так. Следующий. О, отлично. Загорелся. Еще пруд. Тихо, 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 тихо. Спокойно. Подыхай. И ты подыхай. Дохни, сволочь. Отойди, отойди от него. Стоп. Сверху. Да вижу я, что сверху. Еще иду. Боеприпасы. Ага. Боеприпасов нету, блин, вот они, давай быстрее. Дохни, сволочь. Блин. Давай, 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 давай. Все? Тут. Тут все. Блин, еще патроны, патроны, патроны нужны. О! Use a strong keywords to get more views. Ага. Надо валить отсюда.
Это было совсем близко. Для того, чтобы больше было. Окей, окей, MBGamer. Так. Патрончики забираем, еще есть что? Блин, весь автобус у нас держись развалили. Опять эта сраная паукашка. Подохнешь или нет? Ах ты тварьская тварь! Вали нахер ее! Быстро подбираем, быстро, быстро, быстро подбираем. Давай, отлично. Поехали. Отлично, отлично, отлично. Если тебе начали заходить американцы, то, скорее всего, ты попал в топ рекомендаций по игре. Но это пока только один, Артём. Привет, да. Это пока только один. Если бы их был дофига. И вроде как он из Алжира. Твою дивизию, какая срань, а? Когда ж ты сдохнешь? Ох ты, как смачно ее припечатал. Очень смачно. Куда мы направляемся, Джозеф? У меня есть одна теория. Мы постоянно перемещаемся с места на место, словно по чьей-то воле. И сориентироваться на местности тут практически невозможно. Но свет психбольницы «Маяк», он всегда вдали. Эта штука, которой меня подключили, я видел ее в разных местах. Да, и я тоже. Похоже, она одна и та же, но точно не скажу. Я заметил, что каждый раз, когда я ее нахожу, маяк становится все ближе. Возможно, это совпадение, но, как я уже говорил, похоже, что всем этим кто-то управляет. Да, Рубик. Значит, по-твоему, мы должны направиться прямо в больницу. Точно. Отличная работа, детектив. Похоже, по правой стороне до больницы будет ближе. Ух ты! Ничего Джозеф, себе! Нет! Вытащи нас отсюда! Там скорая. Возможно, в ней есть аптечка. Это кто же пойду. Нас так подстрелил? Нет, не подпускай. Так. Нам тут одному придется. Патрончиков надо поискать. Так, а у меня есть что? 5 патронов. Опа-на. А они еще и это? Нифига себе. Они еще и стрелять могут. Ты посмотри на них. Ёшкин каратист. Они еще и стрелять могут. Давай поджигаем нафиг вас. Так, ничего ты нам не оставил, да? Не, их можно, конечно, взорвать с помощью вот этой вот хрени, но... Так, это что тут такое? Вот это мы заберем. Как тут самому не взорваться? Thank you.
боеприпасов нет. Это как это так? Can get out to the go and meet in another live broadcast. Могу идти другой. Yes, MB Gamer, yes. Control прятаться. Да подыхай ты уже. Не, ну тут... Тут однозначно только отстреливать их. По-другому никак. Кстати, можно не забирать, а можно прострелить просто эту херню и все. Черт, прострелил, да. Так, что делать? Смотри на них, а? Так, у меня есть 6 патронов. Один. Два. Так, давай быстренько их поджигаем. Я ж тебя вырубил. Оп, стоп, 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 стоп. Тут спичечки, спичечки нам нужны. Так, этот сдох вообще ничего не оставил, да? Блин, ну я так не играю. Нам что-то надо делать с ними. Сейчас увидит. Гори. Иди отсюда. Погнали, погнали, погнали отсюда. Так, стоп. Стоп, стоп. Стоп, 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 стоп. У нас есть. I'm busy, no. Боеприпасов нет. Ах ты, черт возьми. Блин, я сам себя в угол загнал. Черт. Бегом. Блин, неужели патронов нет? Черт возьми. Дохни. И ты дохни. Так. Спокойно, спокойно. Где тут наша? Ты смотри на него, а? Таки успел выстрелить. Ой, вернее, бросить. Ты сволочь такая.
Блин. Как до тебя добраться-то побыстрее? И тут бродит колобродит. Стоп. Хорошо, что он не догадался стрельнуть по мне этой херней. Давай на всякий случай сейчас зарядимся. Тут этой нету штуки. А что у нас вообще есть? Ничего нет. Есть один патрон. И все. Боеприпасов нет. Ах ты сволочь такая. Так, и чего? Иди ты в жопу. Так, еще один. Блин, я не успел. Не успел. Ладно. Мы сейчас тут доберемся. Доберемся. Опять здесь. Жаль, что не получается у нас гори. Ты что ж такая тварь-то, а? Не горишь ни хрена. Взрываешь вас тут, взрываешь. А вы не горите. Еще одна херня бежит. Боеприпасов нет. Ух, ну хоть один снайперский. О, стоп. А вот это мы возьмем. Гори. Сволочь. О, у тебя тут после чего у тебя что-то еще есть. Блин. Да что ты будешь делать, а? Так. Дохни ты там, сволочь ты, сраная. Сейчас можем обезвредить. Бежишь, да? Ну бежи. Нет, он сейчас встанет, если его не поджечь. Все, да? Патронов больше нет. Одна снайперка осталась. Но это только на того.
который там он стоит около ментовской, то есть около пожарной. Блин, все собрал. Дохни, зараза. Что я собрал или нет? О, отлично, еще два патрона есть. Но у меня больше обычных нет патронов. Блин, а что делать-то? Можно, конечно, попробовать бесшумных убить, но, блин, бесшумных хрен убьешь. Еще у меня кто-то засек, да? Одного развалили. Двух. Так. К этому надо просто поближе подобраться. Тогда можно рассчитывать на то, что мы его снимем. Отлично. У нас еще даже один патрон в запасе есть. Красота. Так, собираем пока пузырьки. Теперь надо качнуться. Блин, с одним патроном. Мать вашу деревья. Погоди-ка, а я не могу ничего сделать? Не, кстати, могу. Могу, но... Так, у меня есть... Ой, я могу два разрывника сделать. Один, два. Давай-ка мы их и зарядим. На всякий, как говорится, пожарный. Так, только вот тут чё? Тит куда? Привет, друг. Так я ж тебя... Ух ты, ё-моё, вот это ты ничего себе мне свинью подложил. Подложил, подложил. Так, а аптечка тут. Кровоостанавливающее средство. Вещество, способствующее свертыванию крови для экстренной обработки ран, в комплекте бинт для оказания первой помощи. Так, а еще что-нибудь тут есть? Ну, должно же что-то быть. И все. Карта. Фрагмент 24. Все? Сейчас наверняка опять что-нибудь здесь. Назад мне, наверное, так просто... Ну да, назад так просто мне не дадут. И что?
Так, что делать-то? Допустим. Как к нему подбираться? Давай-ка я выпью еще на всякий случай, мало ли что. Он сейчас от машины не взорвал. Так, а как мимо него пройти-то? Давай рискнем, чё, подберемся поближе. Чёрт возьми, патроны мне дай. Нужно добраться до пулемета. Так а я чё? Я ни разу не в пулемет. И припасов нет. А! Ты смотри на него, а? Так. Ты смотри, что есть. Твари какие. Вот так вот вам, сволочам, и надо. Наконец-то. Дали порубить всю эту биомассу сраную. Ты что, меня взорвать, что ли, собрался? Ты охренел? Кого тут нет? Фух. Смотри, еще бегут. Ты смотри, а? Прям прут, как не знаю, как танкер. Еще и еще бегут. Блин, а чё вы не дохнете-то? Я ж по вам стреляю. Иди нафиг отсюда. О, свои халупи. Так, сваливаем, да? Да я бегу вовсю, во весь опор. Да вы охренели? Боеприпасов нет. У меня нет боеприпасов. Снова что ли? Не, кстати, вон. Быстренько собрал все или еще что есть, собрал еще. Привет, дружочки. Один, второй, поджигаем одного. Давай быстрее заходим. Сюда поживее. Так, секунду. Что-то не то. Да.
Так. Все, я тут смотрю, что-то у меня со стримом. Ага, вроде окей. Придется таранить. Тарань, конечно. Сейчас тряхнет. Так, так. Едем. Всех вот этих говнюков сразу валим нафиг. Как можно быстрее их сейчас всех. Чтобы они сдохли все. Это Рубик. Ничего себе. Он дает. Блин, мы в его сознании, он с нами что хочет сделать. Ё-моё, как мы выжили здесь? Я не знаю. О, эпизод 12 пройден. Поездка. Окей, сохраняемся. Погнали дальше. Следующий эпизод. Хоть доехали. Кидман. Ёперный насос. Это она упала? Эпизод 13. Потери. Кидман! Сейчас, погоди. Кидман, Кидман. Есть тут что-нибудь? Может, тут что-то есть? О, патрончики. Патроны нам нужны. Чё там? Придется туда спуститься. Если ты там, держись. Нифига себе. Да она теперь не выжила. Чё за не спускаться-то? Не, ну реально. Надо смотреть, как говорится, правде в глаза. Скорее всего, она там не выжила. Так упасть. Дневник Себастьян Кастеланса. 1 сентября 2012 год. Майер исчезла. Уже несколько дней от никаких вестей. Я написал заявление, но они думают, что я сошел с ума. Ее машина, компьютер, часть вещей, все это тоже нет. Никаких намеков на состав преступления. Все считают, что она меня бросила. Постоянно вспоминают про то, что я пью, словно это имеет отношение к исчезновению Майеры. Вот только они не считают его исчезновением. Смотрят на меня, словно это я виноват в том, что она ушла. Я-то знаю, что она не ушла. Кто-то ее похитил. Она была близка к разгадке тайны. Но какой? О! Наша сохранялка открылась. Так, а что тут еще-то у нас есть? Погоди. Наверняка что-то еще тут должно быть. Надо все происследовать. Картинка это странная. О, это вниз спускаться. Не. Сначала мы сюда зайдем. Опа, на чё это мы не в палате очухиваемся?
Что-то тут случилось. Не пойму, тогда ли я видел кошмар? Или сейчас? Так, секундочку. Все у нас тут в порядке. Да, стрим идет, все хорошо. Где это? Вы давно к нам не заходили? Ну, давай, открывай. Пойдем апгрейднемся. Правда, я не знаю, что нам можно сделать на 11 000. Так, здоровье, ускорение. 30 000? Ускорение на 2 секунды? Да вы офигели, что ли? Урон рукопашный. Но я не знаю, что тут можно сделать. Лечение шприцами. Вот можно шприцами сделать. Так, оружие. Что тут у нас? Скорострельность, перезарядка, магазин. Ну, черт его знает. Есть ли вообще резон в таком... Улучшение криты плюс 10%. Магнум, множитель урона. Ну вот магнум можно взять, но правда у меня не больно крутое. Со снайперки 4000. Давай снайперку, что ли. Для магнума, для пистолета 5000, 25, 5 патронов. Для винтовки. Давай для винтовки еще сделаем. Я думаю, нам не помешает. У нас, правда, патронов с гулькин хрен. А ключ мы не подобрали. Давай сохраняемся. На всякий случай пойду схожу, вдруг что-то есть здесь. А, не, смотри, есть у меня ключ. Один. О, пузырек на 5000. Стоп. Смотри-ка, а тут просто так что-то раздают. Ага, ты смотри, классно. Ну хорошо. Так. Еще есть, что нету. 9. Ну, нормально. Пока жить можно, короче. Пойдем дальше. Тут есть у нас что посмотреть. Древний особняк сгорел дотла. Вероятно, это был поджог. Особняк семьи Викториана сгорел дотла. Полагают, что это был поджог. Место нахождения владельца затворника неизвестно. Тут есть что-то? Ничего нет. Ну, пошли тогда. Не, хорошо, что я ускорение взял. Она выжила, Артём. Ну, я надеюсь, что выжила. Иначе... Так. Ну, посмотри, тут мы ничего не забыли. Вот, кстати, ящик какой-то. Вот, тут какая-то куча ящиков. Нет. Стоп. Классно. А еще? Все? Надо почаще к этим автоматам подходить, а то я как-то их пропускаю, думая, что ничего тут нет. А тут много чего полезного бывает. Но правда, еще и есть риск нарваться на всякую херню.
Пойдем. Контрольная точка. Это кислота? Ну. Ты глянь. Обезвредил. Долго ты, правда, с ней возился. Забрали. А это что, еще одна такая же херня? Ага, тоже обезврежена. О, ты здесь с нами пойдешь, да? Пошли. У тебя пушка-то, надеюсь, рабочая? Так. Как игра про космос называется, где еще Айзек главный герой. Черт его знает. Космос, спейс. Вообще спейс много значений имеет. Пространство. Обычно космос. Боже, откуда такие разрушения? Это там поезд метро? Ага. Но ты смотри, как он висит. Возможно, по нему нам удастся перебраться на ту сторону. Давай сначала выберемся отсюда. Это ты верную мысль подметил, дружок. Что сначала надо свалить. Так, что-то мне это не нравится. Стрельнуть надо, да? Фу, напугалась. Офигенно. А ты успел спуститься? Не надо рисковать. Не успел. Жаль. Иди. Кажется, я вижу еще один проход. Увидимся внизу. Dead Space, мертвый космос, играл? Нет, в Dead Space я не играл. Когда была первая часть, игромания Е7 или 7,5, что ли, подставила. Меня как-то это не особо впечатлило, я играть не стал. Но вообще, говорят, это интересная игра. Черт, сначала Кидман, а теперь... Кто-то серьезный здесь, походу. Блин, опять этот хрен. С молотком. И с башкой с чугунной. Я уже забыл, как я его убивал-то. А, я его вообще даже не убил. Если чё. Стрелы, короче, надо беречь. Однозначно. Угу. Странные картины тут, конечно. Пройди, понравится, я гарантирую. Первые две части самые лучшие, третья не такая интересная, но тоже хорошая. Артём, да я бы рад, конечно, все попроходить, но еще бы времени на все это похватило. Я боюсь то, что я задумал, и все получится пройти. А уж насчет того, чтобы что-то еще дополнительно. Так-то во все хочется поиграть. Ага. Ты меня не видел, правильно? Тут где-то была бутылка. Блин, вон она, бутылка.
Так чё ты там? Давай мы тебя сюда, что ли, привлечем. Чё, не хочешь? Зря, наверное, да? Вот и вообще. Вот тут еще и растяжка. Классный сюрприз. Придет сюда чувачок. После Визина я думал проходить Quantum Break. После Мафии, Визина, Quantum Break думал пройти. Так, стоп, что это вообще, что тут такое есть? Ага. Да все, все, я не хочу прятаться. Всю эту херню надо снять. Я понял. Дохни, тварь. Гори. Блин. Только зря на тебя патроны потратил. Честное слово. Со своей этой стальной херней ходишь. Не. Я ж ничего с тобой не сделаю, так ведь? Ох, не. Я не знаю, что с тобой делать. Ну да. Ну ладно, я не играл в Квантум. Вот я тоже. Его валить надо. А валить его надо только кольями. Черт возьми. Ладно, сейчас разберемся, что с тобой делать. Ты пойдешь туда? Он подорвался на мине. Хорошо. Так. Подорваться-то он подорвался, но он не сдох. Что делать? Гори, сволочь. Такс. Ладно, раз такое дело, мы тогда вот что сделаем. Сейчас собираем здесь все. Не-не-не-не. Может, кстати. Сейчас мы посмотрим. Так, у нас 3 спички. 8 болтов. Нам нужен гарпун. Да. Давай 2 сделаем. На всякий случай. Гарпун, и потом резко спичку.
Черт возьми. Да, вот это я не ожидал. Что тут такая херня, блин. И опять заново. Ладно. Сейчас мы приноровимся. Иди сюда, дружок. Отлично. Гори. Гори, гори. Тварюга. Или тварина, как хочешь. Такс. А после квантума, ну пока не знаю. Пока не знаю. Мне тут одно важное событие предстоит, поэтому я вообще не знаю, успею я что-нибудь или нет. Я, может, даже и квантум не закончу, даже не начну. Там посмотрим. Возможно, будет какой-то перерыв по стриму. Ну, там, может, недели две, может быть, еще сколько-то. У меня тут просто много планов. Надо перейти на Windows 10, это первое. Потом... так. Делаем колья. Ну, кстати, на гарпун всего две детали надо. Вот, потом... У меня тут в семье одно событие произойдет. Дальше. Уже от этого будем отталкиваться. Буду я что-то проходить или не буду. Со мной что ли идет? Сволочь. Ну иди сюда. Чё, сейчас будем тебя убивать. Не-не-не-не, ты сюда иди. Быстро-быстро-быстро. Поджигаем тебя, тварь. Вот так, отлично. Сдох, скотина. Так, туда пока не пойдем, пойдем здесь. Посмотрим, что тут у нас обитает. А может, можно как-то пройти эту херню? Блин, картина вообще странная. Так, тут есть бутылка. Хорошо. Шкаф, чтобы спрятаться. Слышу я всякие странные вещи. Рык. Чё-то я к этой кислоте не хочу подходить. Так, видел меня кто-то, не видел? Вроде не видел. Надо его сейчас бесшумно убить, попробовать. Такс, есть контакт. Гори. Ясно. Dead Space, первая часть, коротенькая. Да нет, Артём. Все гораздо сложнее.
Сейчас, подожди секундочку. Гори, сволочь. Блин, развел меня на мину. А ее вроде здесь не было. Откуда она тут взялась? Или я, может, так аккуратненько прошел, что ее не заметил? Где-то тут ходит. Где? Ну-ка. Не пришел. Он не пришел сюда. Стоп, тут бутылка. Он, интересно, меня тут увидит, нет? Ой, здесь, кажется, можно перелезть. Ах. Там мина стоит. Блин, а вообще здесь пройду или нет? Мне просто интересно. Тут, короче, это кислота. Вон еще один. Так, а как бы мне убрать того и этого бесшумно? Вот так вот. Такс, уходим. Сейчас, если этот прибежит. Блин, я не могу поменять оружие, да? Но я могу изготовить еще гарпунчик. На всякий случай. Тихо. Тихо. Блин, бутылки тут нет. То бы я, может, сейчас по тебе и отвлек бы. Давай, ты меня не видел. Когда-нибудь у психолога был? Ну, может и был, я не помню. Точно. Может, на каких-нибудь медосмотрах. Там в школе или в институте. А что такое? У меня проблемы, хочешь сказать? Так, ты откуда-то пришел? Так. Где тут? Блин, тут сразу двое этих засранцев. Вон он стоит. Скотина. Не, ну может попробовать и вот здесь перейти. Вот он. Опа-на. О,
гори, сволочь. Так, теперь тот пацанчик. Где наш лук? Аккуратненько, аккуратненько сейчас. Так, о, здесь инструменты. Внизу есть кто? Блин, вон он этот. Это херня, короче. Да-да, мы знаем. Сначала надо вот с этим разобраться. Блин. Тут еще кто-то ходит. Где ты там? Нет! Нет, 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 валим, валим отсюда. Фух. Не, ну как так-то? Такс. Блин, чё мне не хватает? А, у меня стоп. Давай сразу два сделаем. Да. Блин, подыхай ты, сволочь. Окей. Где тот хрен белый? Блин, тут куча ловушек. Ты что ты будешь делать? Ага, я понял, да. Тюх ты. Получилось. Откуда я начну, интересно? О, классно. Ладно. Будем отрабатывать быстрее. Где бутылка? А, бутылка здесь. Сейчас ты сейчас придешь быстренько. Горишь. Да все я забрал уже тут. Забирай, забирай, забирай. Окей. Так. Как же неохота заново все проходить. Не избавиться ходить в школу, хотят детскому психологу отправить. Почему у тебя боязнь? Тебя что там бьет кто-то? Что за боязнь ходить в школу? От школы еще никто не умирал. Ну так, по-хорошему. А я тут. Смотри-ка.
гори. Так, один есть. Теперь надо побыстрее, короче, их кончать здесь. А то что-то затягивается все это дело. Что ты идешь или нет? Черт, идет только да не тот. Быстрее поджигай его. Такс, есть. Далее. Который? Это не тот, да? Ну, поджигай. Никто тут не идет. Тут еще где-то один был. Черт, а как я на капкан-то не попался? Интересно. А где тут же еще ходил? Хрюндель. Так, раз. Не, вот туда я спускаться не хочу пока что. У меня, кстати, очень мало. Друг, иди сюда. Нет, тут сейчас вот этот вот стоит. Вот как-то к ним подобраться так аккуратненько. Вызвать его, что ли, сюда. Бутылка тут есть. Плохо с тем изображение тоже в это входит. Получение понимает, что творят абсолютно дезморозит учеников на уроках. Ну, я бы так не сказал. Основная задача преподавателя – научить тебя чему-то. А уж дезморалит или нет, вас очень много, учителя. Привет, друг. Быстренько гори. Так, отлично. Основного завалили. Остался еще один. Так, ощущение, что где-то вот здесь еще ходит. Гори. Зараза. Как ты вообще со спины ко мне зашел? Прям даже интересно. Так, чё? Дробовик закончился у меня. Пойдем здесь, что ли, или нет? Короче, ходит как-то интересно. Что, увидел меня, что ли? Увидел. Ну,
Минус один. Давай, давай, давай. На. Я понял. Блин, только я... Еще поднимется еще скотина. Так, а у меня же нету, да? Я вас понял. Все, 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 я понял, я бегу, бегу. Так, 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 так. А, у меня же есть это, я забыл. У меня есть снайперка. Хотя бы снайперка. Я тебя же завалил, да? Там, ты же не поднимешься. Блин, еще со мной ходишь. Нет, со мной не надо ходить. Вот этот вот как бы не поднялся. Вот этот не очень. Не хочется. Все, ладно, не будем больше патроны тратить. Пойдем поищем. Ну-ка, вот это же мы же можем обезвредить? Так, чисто теоретически. О. Подожди-ка. Ну, давай обезвреживай. Вставать в 7 утра, чтобы сходить и просидеть 6, иногда и 9 часов. Получай бесполезного, который тебе никак не появится в жизни. У нас в школе еще у нас класс 14 человек, школа у нас не очень большая, домашнее обучение намного лучше. Так кто ж тебя обучать-то будет? Ты не подумал об этом? Кто будет тебя на домашнем обучении обучать? Кто будет проверять твои знания? Родители? Я сомневаюсь, у них своих дел хватает. Так-то, ну, может, конечно, и хорошо, когда индивидуальное обучение, но... Не всегда, далеко не всегда. Так, о, статуэточка. Так, ключ упал вниз, да? Я понял. А тут чё? Тут ничего. Еще одна херня. Сейчас мы ее отключим. Блин, не хочу я в этой кислоте проходить. Я надеюсь, здесь есть проход. Маша, нормальные учителя, несколько в школе есть таких, еще репетитор. Так им отдельно платить надо. Не будут же они к тебе ходить бесплатно. Им надо платить. А в школе обучение бесплатное. Представь, вот он, учитель, проработает 5 часов, обучит одного, как ты, и он обучит 20, там сколько, не, ну ладно, 14 человек. Так, походу с той стороны надо будет пройти, да? Ну, мы сейчас попробуем здесь пройти. Или нет? Тут не выйдет, да? Тут не выйдет.
А где можно пройти? Нет, тут нельзя. Че, через эту кислоту проходить? Да не может такого быть. Что-то я сомневаюсь, что через эту кислоту надо сейчас проходить. Или все-таки можно пройти? Да, можно, окей. Ящичек пустой. Так вот, эти, допустим, эти время, эти средства 14 человек, кто заплатит, подели на одного. Допустим, один час учителя стоит 1000 рублей. За 5 часов 5000, что тебе одному придется заплатить, а то это поделить на 14 человек. Лучше, наверное, поделить на 14 человек, чем одному заплатить. И так работает везде. Да я не говорю, что вы там денег у вас нет, или вы там бедные, или что-то. Ой, опять этот козел. Что вот с ним делать, а? Контрольная точка. Так. Как я его убивал-то? Я его обездвиживал и куда-то пробегал. Правильно? Правильно. Гранатами. Не, гранатами я его не закидаю. Это бесполезно. Так, 16 болтов. Есть, короче. Так. Огонь. Он его не берет. Только заморозка и электрошок. 4 болта на заморозку, 5. Вот я думал, раз, два, вот так. Но больше никак здесь не получится. Вон патроны есть. Но он здесь ходит. Там много нюансов. Ёкерный насос. Нет. Так, а куда идти-то? Идти-то куда? Я вас понял. Но куда идти, так непонятно. Так, ага. Ну, давай, 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 давай. Я понял. Дайте мне пройти. Фух, я прошел, да? Так, это хорошо, но мне нужно уколоться быстренько. Здесь он за мной в эту херню не полез. Так, а у меня что осталось из... Так, 5, да, у меня еще есть, короче, 5. Так, секундочку. Заморозка у меня еще одна есть. Или нету заморозки? Есть заморозка. На всякий случай ее возьму. Так, я прошел, да?
Надеюсь, с этим говнюком я больше не буду сталкиваться. Контрольная точка, отлично. Кидман, ты там? Блин, она не отвечает. Такс, тут надо менять оружие. Так. Ничего. Сейчас я чую, мы тут сдохнем. И Кидман, и Николь. Давай, ты только не вставай, хорошо? О, магнум. Стоп, а у меня же от магнума есть патроны, да? Есть, а чё мы его не используем? А давай-ка мы его на единичку. Но мы лучше пока с дробашом подходим, потому что магнум помощнее будет. Так, ничего. Нет, нет, не туда, нет. Чё там такое? Опять этот козёл? Ты что, ещё не понял? Он обожает мучить других, показывать свое превосходство. Он готовит ловушку, заставляет жертву нервничать. Проклятые ловушки. Когда это случилось со мной, я видел, что происходит. Я видел! Но повернуть назад не мог. Я должен был узнать правду. Детектив Кастелланос? Сестра. Опана. Скажите честно. И я схожу с ума? Тот, кто хочет выжить, должен как следует подумать о том, кому можно доверять. Офигеть вообще. Как я тут оказался? Ты чё там мне теперь? Теперь не запишусь? Давайте запишемся на всякий случай. Сохраняемся. Так, а чё у меня с нашими апгрейдами? 16 тысяч. Ну, в принципе, можно апгрейдиться. Не знаю, Артём, я в школу вспоминаю с благодарностью. Нас учили, каждого учителя по именам знали. Оставляли после уроков, там как-то пытались чего-то научить. Ну, то есть... Так, электроболт 7000, да? 6 секунд, 2 метра, 6 секунд. Криоболт 2 метра, 2,5 метра. 10 секунд. Блин, на 10 секунд было бы классно. Не знаю пока, пока не будем ничего. Не вижу пока смысла. Пойдем. И разные преподаватели были. Есть те, которые нам нравились, есть те, которые не нравились. Но я в большинстве своем преподавателей уважал. Так, а где я вообще оказался-то? Так, еще для лука, я смотрю, мы собираем тут во всю. Так, свет. Свет надо включить. Еще пузырек. 100 всего. Что это было? Или мне показалось? Надеюсь, что мне показалось. Чё это там? Какая-то херня там сидит. А это не тот, надеюсь, с этой самой. С остальной башкой.
ничего тут нет. Его кто-то сидит, но я не вижу. Можете его разрывничком садануть. У меня вроде есть. Нет, нет у меня разрывника. А можно попробовать его убить этим самым. Вот ты урод, а! Нет! Иди ты! В жопу! Фух. Скотина, а? И один, и второй. Ты посмотри на них. Сразу приперлись. Ладно, хорошо, хоть у меня это есть. Так, туда идти. Ладно, пойдем посмотрим сейчас. Есть тут что-нибудь? Похалявничать. Че, ничего нет? Да ладно. А, не, вот куда-то мы. Куда-то мы прёмся. А, он отсюда, наверное, этот козёл выбежит. Сколько всего-то, ты смотри. А я уж испугался, думаю, нет ничего. Зря пришел. Пузырьков прям дофига дают нам. Так, вот уже интересней. Да что такое-то? Я же вроде шел к тебе. Обезвреживать. Блин. Потратил только зря. Фрагмент 25, а я вроде подбирал 25 фрагмент или нет. Так, давайте-ка еще тут поисследуем, может тут что еще лежит с того, что я не подобрал. Да нет, вроде бы все есть. Ага. Ну отсюда скотина выбежал. Тут у нас все окей. Ладно, пошлите дальше. Вот он тащил, куда-то туда утащил. Правильно? Такс. Тоже главное на мину не нарваться. Ой, сколько пузырьков. Патрончики. Кто-то тут пошалудил. Джозеф? Ага. Да походу это не Джозеф был. Блин, страшно что-то. Тишина такая. Это не к добру. Явно не к добру. О, еще ящик есть. Сразу. Шприц. Да, пушку надо наготовить держать. Там сейчас секунду промедления. Блин, эти вот
Они только нас выдают, кстати. Вот эти вот пузырьки. Чё тут? Опа-на, Джозеф. Ну, сейчас этого головастого, ну да. И чего? Контрольная точка. О, боже, и что теперь? Случилось. Так, мы, допустим, обезвредили. Пока я не понимаю, конечно, к чему это. А это что такое? Офигеть. Чё это? Блин. Так. Растяжка еще здесь. Походу здесь пробегать надо. Быстренько. Так, еще какие сюрпризы. Аккуратненько. Ух ты, ё-моё. Вот это вот нас расхерачили. Финальная битва с боссом. Долго еще стримить будешь? Ну я вот эту вот главу достримлю и все. Надеюсь, я ее тут пройду. Так, раз. Два. Так, пистолетик возьмем. А, это магнум, сколько? Магнум, магнум. Давай пока такой обычный возьмем. Там ходит. Чё, еще что ли? Так вроде два было. Понял, а куда? Так, а где я тут, на чё я тут напоролся-то? Я так чё-то не пойму. А, вот здесь было. Всё, я понял. Нет. Я прыгнулся. Ладно. Значит, надо быстренько пробегать. Хорошо. Быстренько, значит, быстренько. Обезвреживаем. Сейчас мы. Просто думал, что находясь внизу, я буду в безопасности. А нет.
обезвредили. Еще одна где-то колобродит. Хреновина. Вон она. Типа тут есть выбор. О, да их-то даже больше. Тут, короче, дают время на то, чтобы тебе обезвредить и пройти. А где лучше, хрен его знает. Где лучше проходить-то? Ну иди, едь сюда, давай. Понятно, куда она придет. Давай, иди сюда. Ладно. Не хотелось бы с ней связываться. Получится. Сейчас еще какая-нибудь херня вылезет. Ох ты. Ну да. Так, аккуратно, аккуратно. Дошли или нет? Или хрен его знает. Так, ага, тут кислота, я понял. Здесь. Что еще? Быстренько, быстренько, быстренько давай, обезвреживай. Окей. Скотина какая-то, смотри на меня. Так. Погнали отсюда. Куда идти? Черт ее знает, да? Хочешь сюда иди. Хочешь сюда не иди. Так, шприцок. Не, нормально, все правильно, сюда зашли. Куда надо. Лутануться. Все, да? Да. Сейчас мы на всякий случай патроны все зарядим. Так, снайперка есть. Это молния. Давай-ка останемся пока на дробовике. Бедный Джозеф, надеюсь, ты уйдешь. Ушел. Он теперь злой. Опять ты? Да, опять он. Так, 8 болтов у нас, да? Thank you.
что делать с тобой? Делать-то что? Пока непонятно, что делать. Не, реально, что делать с ним? На ловушки найти его? Ему пофиг на них. Убить, может, его надо. Припасов нет. Так. Не. Я пока не очень понимаю, что надо делать. Он не боится, этот козел. На этому похер. Все? Да ладно. Только двоих надо убить. А, черт. Темнота полнейшая. Блять. Что я еще одним не удрал. Блин, я ничего не вижу. Я так и не понял, кстати, как я его загасил. И загасил ли. Походу нет. Пивасик. Вот ящики. Открываешь, но тут пусто. Давай-ка магнум зарядим. Тут тоже ни хрена нет. Шприцок надо применить. На последнем издыхании уже. У нас, кстати, гранаты есть. Можно их на двоечку пока поставить, если что. А пока со снайперкой побудем. У нас пока нужно найти Кидман. Альтернатив нет. Контрольная точка. Аккуратненько ходим тут, а то... Растяжка. Куча. Похоже, она в порядке. Но чего она добивается? А что, там не боится, что ли, эта фигня?
А, там же этот полоумный. Забыл, как его. Все. Что-то мало. Так, вот выход. Мы добрались. Я так думаю, что нас просто не отпустят отсюда. Стоп. А, мне показалось, что туда войти можно. Ладно, я пошел, пока, спокойной ночи. Пока, Артём. Тебе спокойной ночи. Лесли может ехать домой? Ехать на поезде домой? Нет, Лесли. Не сегодня. Ты меня защитишь? Да. Это моя работа. Отлично, отлично, отлично. Когда я приду домой, они удивятся. Фига себе. Прости. Стой. Ты не понимаешь. Ты не знаешь, чем он станет. Знаю. Я все видел. Ты не понимаешь, что задумал Рувик. Ну так скажи, что он задумал? Ему нужен Лесли. Что, он хочет завершить свой проект? Не надо со мной так. У меня приказ. Я не должна отдать ему этого мальчика. Только Лесли он может. Фига себе. Не надо! Вот это кирнул. Черт, нет! Пройдено. Отлично. Даже меньше, чем 2 часа управились. Так, ну что, следующее прохождение за Evil Within будет завтра. Тоже начнем где-то часов с 6. Может быть, чуть пораньше. Завтра тоже будет и мафия, надо добить, и за его Within. Ну, за его Within, я не знаю, добьем мы или нет. Я не помню, сколько там осталось глав. Вот, ну а на сегодня все. Спасибо всем, кто смотрел, обязательно подписываемся, ставим лайки. И до следующих стримов. Всем пока и спокойной ночи.